Магия слова. Пьер Корнель. Станция к маркизе. Маркиза, я смешон пред вами. Старик, морщина в седине. Но согласитесь, что с летами вы станете подобны мне. Страшны времен метаморфозы. Увянет все, что расцвело. Поблекнут также ваши розы, как сморщилось мое чело. Наш день уходит без возврата путем всеобщим бытия. Таким, как вы, я был когда-то. Вы станете такой, как я. Но уберег от разрушения я некий дар, он не придет. Мне с ним не страшно лет течение. Его и время не берет. Да, ваши чары несравненны, но те, что мало ценят свет, одни прибудут неизменны, переживут и ваш рассвет. Они спасут, быть может, славу меня очаровавших глаз, и через сотни лет по праву заставят говорить о вас. Среди грядущих поколений, где я признание обрету, лишь из моих стихотворений узнают вашу красоту. И пусть морщины некрасивы, маркиза юная моя, но старцу угождать должны вы, когда он сотворил, как я. Магия слова.